В течение двух дней специалисты Севастопольской группы подводного разминирования обследовали найденный самолет времен Великой Отечественной и боеприпасы. Уничтожать авиабомбы на суше было нецелесообразно, иначе пришлось бы их транспортировать через густонаселенную территорию. Во время проведения работ были предприняты все меры безопасности. Было выставлено оцепление катеров ЮРПСО МЧС, сотрудники полиции обеспечивали оцепление береговой полосы, было остановлено судоходство и предупреждены все соответствующие службы и аэропорт. Боеприпасы с помощью строп и пневматических понтонов были подняты над грунтом и под водой перемещены в определенную точку, севернее самого самолета, на 350 метров. После буксировки авиабомбы опустили на грунт, укрепили и установили на них закладной заряд. После подрыва водолаз обследовал место уничтожения авиационных бомб. Только после того, как специалисты МЧС убедились, что все боеприпасы уничтожены и остатков взрывчатых веществ нет, работы были завершены.